Смотри, мне 23. Каждый раз мне отец говорит: вот ты вырос немного, окреп. Но не знаешь про тот дефицит, когда люди дрались за хлеб. А сейчас, говоря на простом языке, в современном укладе, если пахнет в твоем рюкзаке, значит, сам ты туда и нагадил. Мы привыкли винить за свои неудачи всех подряд. Если кто-то живет побогаче, вор, говорят. Вы хотите успеха, чтоб все и сразу, сиюминутен. Если ты подхватил тунеядца заразу, почему виноват в этом Путин? Если ты мимо урны бросишь окурок, прозвучит нецензурно, ты и есть тот придурок. Я хочу, чтобы вновь в нашей стране появилась идея, чтобы книжки читали, учились вдвойне от Волги до Енисея. Можно долго ругать президента и власть, но в свой ум только сам ты способен попасть. Понимаете, о чем речь?